ему видео поснимаем, а потом, блядь, вот этим бобрам жирным, полная бильярдная еще. Они же стоят и слушают это, что там мы рассказывали на рыбалку. И будет хорошо, 100 баксов давайте, нахуй, вывезем в основном. Бухайте, жрите, сверху закидываем все, нахуй, что нет. Самый конец, аж до второго поста там, под деревней, нахуй, там. Вот через мост здесь, под Молдавию. И на пышные места, направо. Раков уловили, там и уехали. Инспекция подъезжает к тебе, нахуй, труси там, мне левую ручку рассказывают, они прятали там камыша. Мешок рыбы, нахуй, да. Нет, хорошо, что спрятали, говорит. Хорошо, что, говорит, спрятали, нахуй, грамм 60, говорит, нахуй. Подъехали, садки посмотрели, уехали, нахуй. Там почти плавало, а остальное, говорит, с камышами засунули, нахуй. Они же бинокль могут выстрелить. Или там тем мыкнут от виня сидит, там же, нахуй. А, надо хорошо. Знаешь, куда эти все карпы с этого, без... С лимана, нахуй. А в нечаянном запустили 12 тонн серых, осенью. 12 тонн рыбы, блядь. Да. Куда тебя, ну, кулёк? А может быть, тут? Может быть, тут? Что, помидоры острые, пиздец, или, да? Да? Я что-то их как наемся, нахуй, у меня вижу, как начинают пиздовать. Напьюсь этого рассола еще, нахуй. Нельзя пить его? Идет он. Так оно реально подальше, но просто без течения, да. Мне даже этот же говорил, помните? Что он Дунай с нами был. Вся крупная рыба, где там посередине. В самом глубоком фарватере. Ночью она выходит, туда под берег. Серый, ну был, блядь, с Русиком. Там это... рыба немерена везде, пока ты ходишь, блядь, там речки, блядь. Вот этот хуй вывозил, когда нас с ним, ну. Да здесь, в Беляевке, на лодке вывезли нас, ну. С Русланом я поехал, тут охотник этот, нахуй.